Лицензия номер 12443-UR. Медицинский центр доверия. Лечение алкоголизма и табакокурения за один сеанс по методу Довженко. Город Одесса, улица Гоголя, 12. Телефон 40-30-67. Телефон филиала в Измаиле 577-86. Рождественская распродажа лучшего телевизора года. Panasonic GAO-50. В магазине Пресс Тандем. Телефон 268-916. Всегда обворожительно рядом с любимым. Нина Плюс. Свадебное платье и вечерние наряды на прокат. Телефон 267-764. Адрес улица Горького, 10. Подождите, не отвлекайтесь на постороннее. Сейчас здесь для вас под современные ритмы может быть то, что вы давно ищете. Новые товары, обмен квартир, рабочие места и многое другое. Ваше продвижение в бизнесе, реклама в ТВ-блокноте. Если вы не успели записать адрес или телефон, переключите на другой канал. Мы будем и там. Госадминистрации своими полномочиями. В этом же разделе отдельной статьей выделена компетенция местной госадминистрации по осуществлению государственного контроля на соответствующих территориях. Верховный Совет Украины принял в первом чтении законопроект, который предполагает освободить от выплаты задолженности, подлежащие закрытию угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия страны. В соответствии с проектом закона, угольные предприятия, которые закрываются в ходе реструктуризации отрасли, освобождаются от погашения задолженности на момент прекращения добычи или переработки угля, включая суммы пени, финансовых и штрафных санкций за невнесение обязательств. На пресс-конференции 24 декабря мэр Севастополя Виктор Семенов заявил, что присутствие Черноморского флота в городе дестабилизирует политическую ситуацию. Он объяснил, что до сих пор никогда не делал подобных заявлений, однако участие военнослужащих Черноморского флота в несанкционированном митинге в городе 22 декабря вынудило его к такому шагу. По словам мэра, противозаконные действия российских моряков могут заставить Верховный Совет Украины принять закон о выводе иностранных войск с украинской территории. А это загонит переговоры о флоте между Москвой и Киевом в глухой угол. Участие моряков Черноморского флота в митинге Виктор Семенов объяснил отсутствием 22 декабря в Севастополе командующего Черноморским флотом Виктора Кравченко. В то же время Андрей Грачев, глава пресс-центра флота, в разговоре с корреспондентом Инфобанка сказал, что в митинге принимали участие не военнослужащие, а только члены их семей. Виктор Семенов отметил, что взаимоотношения Черноморского флота и городской администрации Севастополя должны базироваться исключительно на экономической основе, так как город многое теряет, лишенный возможности использовать береговую инфраструктуру, находящуюся в распоряжении Черноморского флота. По его словам, из 35 километров причальных стен Севастополя чуть более 20 используются Черноморским флотом. Виктор Семенов убежден, что Россия обязана оказывать городу помощь, так как 110 тысяч севастопольских жителей – это военнослужащие и работники – предприятий Черноморского флота, и расходы на их содержание идут из городского бюджета. Совет Федерации России обратился к президенту Борису Ельцину с просьбой объявить мораторий на подписание органами Севастополя. Предложено объявить мораторий на подписание каких-либо международных актов о разделе Черноморского флота в статусе Крыма и города Севастополя до тех пор, пока комиссия Верхней Палаты не закончит свои работы по определению статуса Севастополя. Оппозиция мэра Москвы Юрия Лужкова по вопросу о статусе Севастополя не изменилась и после резко отрицательной реакции на нее украинских властей. Комментируя принятое Советом Федерации обращение к президенту России, мэр подчеркнул, что это является цивилизованным шагом в решении этой проблемы. По его словам, позиция сенаторов ясна. У Украины в юридическом плане нет оснований для претензий на Севастополь. Он заметил, что Верховный Совет России еще в 1993 году принял такое же решение. Моя позиция здесь ясная. Севастополь по убеждению не только уже моему. Понимаете, Верховный Совет в 93-м году Российской Федерации принял такое же решение. Совет Федерации квалифицированным большинством голосов принял заявление и постановление по вопросу о статусе Севастополя и предложение по цивилизованному, спокойному решению этого вопроса. И поднялась буря. Почему она поднялась? Почему не хотят этот вопрос обсуждать? Почему не хотят видеть проблему? Она же ведь есть. Да потому что позиция слабая. Потому
потому что в юридическом плане, в плане международного права, у Украины нет оснований для претензий на город Севастополь. Теперь переходим к энергетическим проблемам. Постановлением правительства утвержден порядок обеспечения народного хозяйства и населения природным газом в следующем году. Как сообщили в Кабинете министров, постановлением предусматривается, что контроль за соблюдением баланса природного газа и распределением ресурсов природного газа будут...